Жынхошынганан ирважынганан специалиста дартар архайнс уаллак шадону жынкширваштаху шынканнул. Пынат шузаху шкардак уавар уажаудар каныдымга. Артаху шынканнул абон архайту шадама вах специалистам балбартарна дартарымаджам. Жынга парахат басау нафадат кадамны ахам ран. Арт бахатса уэлваж ма адеймаган архайнан жын вадат каму ахам бнаттам. Шузы хуш кардаг, уавар ма иш ламбынак саштарт. На данном этапе мы к тушению очагов приступили 40 человек от МЧС России, около 35 человек. Это Северо-Осетинский заповедник и около 25 человек Алания лес. Тушение производится пешим порядком. То есть люди поднимаются высоко в горы и подручными средствами тушения, ранцевыми тушителями, хлопушками тушат очаги. Аппаты жындаруйу, шармагон техника и бнатма басу антаны. Уавармак улымпыканынс салдараху шаджи. Тушение пожара проходит в тяжелых условиях. Это первое, это недоступность. Скалы, значит, более 60 градусов. Потом сильнейший ветер, сильнейший камнепад, и вот это затрудняет тушение пожаров. Хахом баржанты каду каждыг алық жонжайы гойтай. Уолдайты шагдар тау хушар варшратты. Кардыг шузынан ам бирана қауы. Это хвойные леса, поросель очень густой, никогда здесь пожара не было. Подстилка очень глубокая, сухая. Уже в течение месяца не было дождей, и очень сухо, и горит сильно. Арзон жынг ширваштма аппаты хаштагдару уолак шадон. Урдыгай ракотой аппат саржитыдар. Шылны лагдар нужал шадонама мажур. Бынаттон саржита фаждагыл сабырраштаг маса хуршты. Уже 3 недели даже больше это дым. У нас постоянно это задымленность. Не повесишь вещи, не выйдешь на улицу. Конечно, мешает. Артка тахт парахаткан оттыр сарам бынаттанама саржитан ташни самаю. Вавар маша куждарынс анан каладжу аварты ведомствама сагати рештуна арзона варантыма экологии министрад. Мажурыш нашанко той жынкширваштыных машармагон дуавары фатк. По данному распоряжению администрации местного самоуправления Мизурского сельского поселения совместно с сотрудниками МЧС и Северо-Осетинского заповедника проводится комплекс мероприятий по превентивному тушению пожара. А также запрещено сжигание сухой травянистой растительности на территории поселения, разведение открытого огня, костров, а также проведение работ, которые связаны с повышением пожароопасностью. Женгима асминуттар тохканынс, жынхошынганан ирважынганан специалисты намаз райшоумай фафылдарузан, уавармайш шармагонт оперативон кашт. Бртяда Феликс Томай Талана, Битита Давид, Ирыштона Хабартта.